Шадринске чествовали талантливых спортсменов. Глава города провела торжественный прием спортсменов, успешно выступивших на всероссийских и мировых первенствах. На встречу в администрацию пришли Роман Семахин, Екатерина Визгина и Данил Суханов. Кроме профессиональных атлетов и их тренеров, были приглашены также победители областного семейного спортивного конкурса «Семья Баранник». За чашкой чая гости рассказали главе о том, как им давались победы, и о своих планах на ближайшее будущее. В частности, Роман Семахин в конце мая вернулся с победой из Литвы, где проходило первенство мира по жиму штанги лежа. Мастер спорта занимается под руководством Сергея Степаненко в спортклубе «Дружба». Планы очень большие. Роман только-только начинает еще. Вот. Думаем, что потом со временем на мужчин также перейти в чемпионат уже взрослый выигрывать. Потому что результат, скажем так, отличается от мужских результатов. Ну, буквально там в несколько килограмм. Там незначительные такие результаты. Поэтому Роман еще 2 года в юниорах, за 2 года он окрепнет, наберет сил и, думаю, что будет с мужчинами бороться уже наравне. Сейчас спортсмен и тренер готовятся к первенству Европы по пауэрлифтингу, которое пройдет в августе в США. Екатерина Визгина также поедет в ближайшее время на первенство Европы, но выступать будет в другом виде спорта – тяжелой атлетике. Недавно она вернулась с первенства мира, проходившее в Таиланде, но в число призеров девушка не вошла, став 5-й. Путевку на соревнования сильнейших тяжелоатлетов планеты Китая завоевала благодаря своей победе на первенстве России. Еще один спортсмен, подающий большие надежды, бронзовый призер первенства страны по боксу Данил Суханов. Занимается юношей в ДЮСШ гонг. Данил успешно совмещает занятия спортом с учебой, с отличием заканчивая в этом году 9 класс. Когда он сдал уже русский физик, по соревнованиям в январе пошел вызов в Москву. Это отборочный на Россию был. За неделю подготовили, еще сделали, приехали. Там тревога проводили. Потом начали готовиться уже к первенству России. Сначала были сборы, 2 недели в Анапе, потом видели соревнования. Но самым юным гостем на приеме был Слава Баранник, который вместе со своими родителями доказал, что самые спортивные семьи живут в Шадринске. Светлана Юрьевна, Виктор Васильевич и их сын стали победителями областного фестиваля «Мама, папа, я. Спортивная семья». Людмила Новикова вручила им подарок и благодарственное письмо, а профессиональным спортсменам и их тренерам – почетные грамоты администрации города с денежным вознаграждением. Конечно, поддержку мы вам обещаем всяческую, настолько, насколько мы сегодня можем, конечно. А так, хочу сказать, что молодцы вы. И в городе, конечно, очень много людей, которые инициативные. И на пустом месте у нас порой бывает, начинает развиваться какой-то вид спорта. Ну, а вам еще раз большое спасибо.